Давно хотел построить 3D принтер либо ЧПУ станок. Основной задачей устройства стало бы создание корпусов для электроники и другой мелочевки. Решил использовать алюминиевый профиль компании Сибири Завод. Плюсом стала их цена. Все модели я скачивал с сайта компании Сибири Завод. Я удивился, что у них есть вообще 3D модели. Жаль только, что формат файлов не подходил под программу Blender. Пришлось конвертировать в другой формат. В итоге я собрал несколько вариантов 3D принтера в программе. Остановился все-таки вот на таком варианте, какой вы сейчас видите перед собой. В программе также снял все размеры и заказал профиль. Также заказывал запчасти на Алиэкспрессе. От компании Сибири Завод использованы косынки и соединительные пластины и профиль. Все остальное заказывал в Китае. Использовано 3 шаговых двигателя для осей X, Y и Z. 1 шаговый двигатель для экструдера, который давит пластик. Стол соединен через уголки от 90 градусов. Тоже покупал в компании Сибири Завод. Стол стоит достаточно жестко, хоть и закреплен с одной стороны. Вот детали, которые распечатаны на 3D принтере. А дальше будет видео, как я собирал 3D принтер. Вот это мой угольник, плата текстолита. Сейчас занимаюсь тем, что пытаюсь выставить диагонали. Смазал рельсы литолом 24. Вот так закрепил крепление двигателей. Тут просверлил дырку. Тут не на все углы можно установить косынки. Но на те, которые можно, поставил. Есть у меня вот такая железяка. И буду крепить на нее электронику. Будут они стоять у меня под столом. Место здесь немножко есть. Вот такие получились ножки. Вот такой получился подвал. Будем ставить сюда электронику. Поставил двигатели. Пока поставил стекло, установил ее вот через такую планку. С одной стороны. И с другой стороны она просто лежит на болте. Передвинул мотор, потому что он мешался проводу концевика. Сейчас более-менее не мешается. Да, поставил концевики с флажком. И на ось Z закрепил плату RAMS, прикрутил пока дисплей. Удалось запустить печать.